19.00. Прогноз погоды. 19.05. Час пик. 19.30. Золотая лихорадка. 20.10. Человек и закон. Драма на реке. Исповедь женщины, потерявшей в один день троих детей и мужа. Миф о том, что борьба с организованной преступностью обречена на провал. Откровения сотрудников уголовного розыска. 20.45. Спокойной ночи, малыши. 21 час. Время. 21.40. Родня. Из окна многоэтажки виден человек, бегущий по кругу стадиона. Спасается. То ли от инфаркта, то ли от себя самого. Дети выросли и стали чужими. Жизнь прошла и не улыбнулась. Фильм Никиты Михалкова со Светланой Крючковой, Юрием Богатыревым и Нонной Мордюковой. 23.35. Футбол. Приглашаем любителей спорта на четвертьфинальный матч Кубка России. Встречаются Алания, Владикавказ и Рубин, Казань. В перерыве 0.25. Новости. Такие передачи и фильмы вы можете посмотреть на канале ОРТ в среду, 15 апреля.